Еще один сорт арбузиков, который я выращивал в этом сезоне, это вот этот вот арбузик, я только что его сорвал и завесил. Это арбузик «Подарок Северу». Начало сентября, начались ночные заморозки, и вот вся ботва уже убита. Собираю все последние арбузики. Вот этот арбузик — это подарок Северу. Срываем. Этот сорт я еще не срывал. Сейчас мы его завесим и посмотрим, какой он на вкус. Вот еще один арбузик этого сорта, подарок Северу, даже покрупнее, ну тоже срываем. Так, ну-ка, что он себе представляет? Вот такой вот арбузик. Ну и все остальные арбузики, которые остались, уже маленькие в основном, тоже сейчас будем убирать. Вот мой арбузик принимает ванну, водные процедуры, и сейчас будет доставлен к столу. Вот два наиболее покрупнее арбузика, вот этот вот и вот этот. Сейчас будем смотреть и пробовать. Подарок Север. Так, сейчас попробую взвесить этот арбузик. Ну, судя по всему, он больше 5 килограмм, а весы у меня 5 килограмм, поэтому придется его разрезать сначала пополам. Ну, за одним мы посмотрим, какой он по качеству. Режем. Режем, 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 режем. Смотрим. Ну, что можно сказать. Арбуз розовый. Поскольку этот сорт я первый раз тоже выращиваю, трудно сказать. Но все-таки, по-моему, он немножечко недозрелый. Ну, ничего страшного в этом нет. Обычно арбузы такого цвета, они сладкие. Хотя семечко, вот, несмотря на то, что часть семечек есть вот светлые, недозревшие, а вот и черные семечки есть, то есть не понять. Ну ладно, стоп, завесим сначала. Завешиваем. Так, завешиваем. 2400, что ли, по-моему, да? 2400, что я не понял, да, 2400. Так, а это сколько? А это 2800. Чуть-чуть побольше 5 килограмм, то есть 5200 где-то. Ну что ж, будем пробовать. Так, пробуем ломтик. Ну, вообще, на цвет он не такой уж и зеленый. А вкус, как я и говорил, вкус очень хороший. То есть, вкус практически спелого арбуза. Просто, видимо, даже если он еще не дозрел чуть-чуть, но вкус очень хороший. Но оставлять его уже нельзя было на грядке, потому что заморозки у нас пришли. Поэтому будем считать, что более-менее поспел. Вот такой арбузик в подарок Северу. И вот, после того, как он был завешен и испытан, я его попробовал. Оказалось следующее. Цвет этого арбузика мякоти, он такой розоватый. Но, тем не менее, по вкусу он оказался очень хороший. И очень сочный, ароматный арбузик такой. И вот это подарок Северу, это гибрид F1. И тут с ним интересная такая картина, я обратил внимание, что часть семечек, видно, вот они прям совсем белые, ну, как бы недоразвитые. А часть семян, вот даже вот здесь вот видно, там еще есть, они практически спелые. Я не знаю, может, так у гибридов бывает. Семечек немного, вот с этой стороны их вообще нету. То есть видно, что не то, что в некоторых сортах семян бывают излишки, они мешают арбуз кушать. Ну, здесь семян немного. Шкурка у него не очень толстая такая, средненькая. В общем, арбуз мне понравился, этот гибрид. Подарок Северу.
И в этом сезоне, сезон был не очень благоприятный. И тем не менее, вот 5 килограмм с лишним вот этот арбузик вот вырос. Там еще пара штук еще подобных. Ну, по-моему, чуть-чуть поменьше. Там где-то 4, может, килограмма, 4,5. Но тем не менее, вот арбузики поспели. По-моему, они поспели все-таки не до конца в этом сезоне, но, однако же, вкусные, сочные, и очень этот гибрид мне понравился. Вот такой гибрид в открытом грунте рос, подарок Северу. Ну, поскольку арбузик поспел и по вкусу все-таки неплохой, не грех поделиться и с друзьями-огородниками. Так что предлагаю всем попробовать, угощайтесь.